В общем, то, что осталось. Типа, купите нашу смазку. Да, хорошо, что он есть. Такой. Из кожи. Из жопы дракона. Но, тем не менее, все-таки а-ля кожа. Здесь чего-то не хватает. Не хватает смазки. На G10. Чтобы было такое почернее все-таки. Какой-то белый народ. Ну и смазку он, наверное, будет любить. Силиконовую на каждый день из Ашана. В общем, 20 CV. Как режут? Ну, из коробки режут замечательно. Там-то это классическое. Там-то это классическое лезвие под разделку курицы, по мясу, по колбасе. Самое то для походов. Ну а так вообще джентльмен на каждый день можно как в чехле таскать его. Так и просто. Ну, главное, чтобы не вывалился. Механика вообще. Даже у китайцев изумительная. Достигается за счет, наверное, двух подшипников. Разбирать вообще неохота. Вот. Изначально по центру все. Царапинок пока ничего, но я его обязательно ушатаю, потому что буду юзать. Ну а что же с размерами все-таки? А, так, в обухе 3,2, здесь у нас 3,2. Длина клинка, ну, рабочая часть получается 7, 6 и 9, но флипует, конечно же, изумительно. Единственное, что да, придется постоянно G10 эту, но у нее тут даже рифление есть, текстура под карту. Постоянно придется обрабатывать смазкой. Смазку он будет любить. Мазложор у него. Ну и дешевле, чем на сайте взять его на клинке было. Ссылка на нож будет в описании. Для EDC, для обеда, для похода небольшого в лес и на каждый день. Легкий, компактный, полностью вставка пластиковая для защиты, для сбора мусора. Внутри лайнеры, кстати, облегченные. Ну, тут 12,4. В общем, как-то так.